Мой дед Иван на фронте воевал, прошел войною аж до Кёнигсберга. И лично мне сейчас не наплевать, что память нам желают исковеркать, что в приступе безумия и лжи историю хотят предать забвению, за всю вину на русских возложив, что западным не следуя хотеньям. Но у России свой особый путь и миссия особая пред Богом. И говорил мне дед, ты не забудь, врагов всегда у русских будет много. И говорил мне дед, ты не забудь, врагов всегда у русских будет много. А правда продолжает обличать, и памятники им в напоминание. Они стоят с укором и молчат, живущим ныне внукам в назидание. Коварно лгут, о совести забыв, не выказав ни так-то, ни почтенья, кто чистеньким сегодня хочет быть, забыв о нам доставленных мучениях. Что у России свой особый путь и миссия особая пред Богом. Мне говорил мой дед, ты не забудь, врагов всегда у русских будет много. Мне говорил мой дед, ты не забудь, врагов всегда у русских будет много. Жаль, памятники сдачи не дают, и из могилы мертвые не встанут. Поэтому идем в одном строю и с теми рядом, кто нас не обманет. Мы не позволим слухи распускать, и кровь погибших наших не забудем. Попробуют их тронуть лишь пускай, узнают, что их ждет, что с ними будет. Что у России свой особый путь особая пред Богом. Мне говорил мой дед, ты не забудь, врагов всегда у русских будет много. Мне говорил мой дед, ты не забудь, врагов всегда у русских будет много. Размножилась зараза, врагу связь поколений не порвать. Пускай крылатой станет эта фраза. Сегодня мир нуждается в добре, и правда нынче требует защиты. Мы не хотим участвовать в игре, навязанной прозападной элитой. Ведь у России свой особый путь и миссия особая пред Богом. Мне говорил мой дед, ты не забудь, врагов всегда у русских будет много. Мне говорил мой дед, ты не забудь, всегда врагов у русских будет много.